Эта вещь называется панно настольная. Ну, в общем, там мне как бы не понятен немного термин панно настольная, но я думаю, что полезное применение можно найти. То есть выглядит оно достаточно необычно. Хотя сделано из полистона, но полный эффект того, что вот это вот я, допустим, до сих пор думал, что все-таки это покрыто медью каким-то образом. С этой стороны приклеена бархатная такая вот поверхность, которая не будет царапать даже полированную мебель. Я бы, допустим, использовал эту вещь для того, чтобы складывать какие-то мелкие вещи, которые могут потеряться. В некоторых случаях ее можно использовать даже, может быть, как пепельницу, там можно положить сигару на нее. Вот. Ну, в общем-то, на большом столе, таком красивом, она будет смотреться достаточно эффектно. Ну, и повторяю, что применение ей можно найти всегда. Даже какие-то, может, фрукты положить. Ну, в общем, кого заинтересовала вот эта вот красивая вещь такая, пожалуйста, заходите в наш магазин, покупайте. Спасибо. Блять, я не мог кнопку нажать.